Иркут хочет наладить в Малайзии послепродажное обслуживание истребителей Су-30МКМ ВПК. Су-30МКМ Макс 2007 Источник Wikimedia.org Одной из целей корпорации Иркут в Малайзии является совершенствование послепродажного обслуживания поставленных в эту страну истребителей Су-30МКМ. Сообщил сегодня президент Иркунта Слеш входит в состав объединенной авиастроительной корпорации слеж Олег Демченко. Здесь, в Малайзии, нам надо решить одну проблему, наладить послепродажное обслуживание самолетов, чтобы повысить их техническую готовность. Пока она оставляет желать лучшего, сказал он ТАСС на 13 международной выставке аэрокосмической и военно-морской промышленности Лима 2015. Региональный рынок сложный, жесткая конкуренция. Например, в Индии, с французским Рафалем. Они выбирают, или Рафаль, или наш отечественный самолет слэш Су-30 Мки, ред отметил Демченко. По его словам, в Малайзии конкуренты российских производителей также очень активны. Этот рынок не насыщен самолетами. Идет разговор о дальнейшем увеличении количества наших самолетов. «У нас сейчас 18 самолетов здесь. Самая главная наша задача – послепродажное обслуживание», – сказал глава Иркута. «Мы прошли две вехи в Юго-Восточной Азии. Одна из них – мы в этом году освоили капитальный ремонт самолетов Су-30МКИ на базе мощности индийской компании». Hell. «Это веховое событие, поскольку в индийском парке 200 с лишним самолетов», – отметил Демченко. Корпорация «Иркут» поставила в ВВС «Малайзии-18» истребителей Су-30 МКМ в 2007-2008 годах. 19 марта 2015 года права на данный материал принадлежат военно-промышленный курьер. Материал был размещен правообладателем в открытом доступе.